Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу с вами засолить капусту на зиму. Сегодня солим капусту зелеными помидорами, свеклой и с морковью. Ну и, конечно, чесноком. Для начала измельчаем или режем капусту, морковку и свеклу.
подготовили, берем контейнер, на дно высыпаем лавровый лист, черный перец душистый, черный перец горошками. И потом по слоям выкладываем овощи. Готовим рассол. В воду засыпаем соль, перемешиваем и заливаем капусту. Накрываем крышкой и убираем в теплое место. Вот так выглядит наша капуста спустя 3 дня. Ну что, спустя неделю наша капуста посолилась. Подаем к столу. Thank you.
Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!